Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash. Но проблема в том, что я не увидел, что у меня не стоит на записи. Я ребят поставил, хорошо, что успел. И, по-моему, у нас наклевывается уровень, ребят, на 3 звезды. Может быть, конечно. Это у нас идет последний из уровней. Нет, звездочку все-таки отнимут. Но, может быть, мы пройдем. Да, звезду отнимает. Я буквально чуть-чуть, друзья мои, не успеваю. Капельку. Но зато я получу сундук. Так, нормально. И здесь вроде бы тоже неплохо. Так, забираем наш сундук. Эпический. Я надеюсь, мне его отдадут. Да, мне его отдают. Смотрим. 4800. Так, Гром Хаспо, Громовый Драго, Бомба Молния, Хэнк, Эпический Шлем и Исцеление. Так, Хэнк, ребята, у нас хочет прокачаться. Поздравляем, выигран последний текущий уровень. Новые уровни и часовые пояса появятся в ближайшее время. То есть на этом еще не конец. Следи за обновлениями приложения на странице Dino Bash и в Facebook, чтобы не пропустить выход новых уровней. Спасибо за игру. А, зашибись, ребятушки, да? А еще будет, оказывается, у нас обновление. Но это и круто, согласись. Так, у меня 12 тысяч. Этого, конечно, мало, друзья. Хэнк прокачать бы не помешало бы, на самом деле. Хэнк камень хороший. Убойный. Вот. Блин, это хорошо, что я посмотрел. Я пошел, ребята, просто по нужде. Нажал на паузу. А смотрю, а в ОБС-ке записи не идет. Твою же налево. Но я тебе скажу больше, что этот уровень возможно пройти на 3 звезды, но при условии, что мы быстро разбираем с собой первых стражников. Первые два стражника идут очень мощные. Вот они в принципе даже дошли до яйца, его начали бомбить, крошить, но я кое-как выстоял. С горем, блин, пополам. Ну что же, я даже не знаю, что и делать-то мне. Не, понятно, что на 3 звезды надо допройти уровней, но... Вот этот, ребята, уровень я не могу по времени. Просто на меня нахрапом идут. Слушай, а вот этот, что у нас за этап? Этот этап, ребята, сложный тем, что... Что у нас здесь команда фуфло. Тем не менее, надо пробовать. Надо как-то пытаться. Тут, по-моему, еще и летающий будет, да, насколько я помню. Да, вон они уже летят, голубчики. Они уже, друзья мои, летят. Что мы можем здесь сделать? Мы можем здесь сделать вот так. Этого под откос. Нам бы Хаспа, наверное, не помешал бы здесь. Чего, чтобы, как говорится, прибедняться. Самый вредный — это летающие, ребят. Ой, летающие, это лучники. Вот они самые поганые, что может нам встретиться с тобой. Вот, друзья мои, первая наша проблема. Первая, я бы сказал, бы из злобных проблем. Она заключается в том, что на нас... Мало того, что на нас очень много противников идет. Это раз. А во-вторых, вон там он, да-да-да, дирижабль. Очень раздражительный дирижабль, друзья мои. А, мы его подбили, да? Дирижабль подбили. Как вы меня достали, а, лухари? Вот, блин. Он меня уничтожил. Он меня просто-напросто, друзья мои, стер с лица земли. Ну, ты видишь, команда здесь, ну, просто, ребята, не алло. Тут, ну, просто ничего не придумаешь.
Лучник, да, лучник раздражительный. Очень, ребят, раздражительный. Если не сказать больше. Вот как вот с ними бороться, а? Ну вот как? Не, ну Плювик там, конечно, дает, наяривает потихонечку. Ну и сейчас же пойдут летающие, насколько я помню. Вот пока этот щитовик, ребята, не пробьется, нам с ним ничего не сделать. А вот, ребята, и первые летуны. Ну, не первые, конечно. О! Я успел нашу команду хильнуть. Давай я так сделаю. Так, ну мы ему сняли броню. Покамись. Слушай, надо лучника завалить. Он достанет, ребят, расстреливать моих ребят издалека. Вот так вот. Ведь это же еще не все, насколько я помню. Не врубился. Вот кто. Друзья мои, мы этот этап прошли на 3 звезды, прикинь. Да, несмотря на то, что мы сейчас понесем с тобой потери, здесь немножко дело в другом, друзья мои. Что этап-то пройденный на 3 звезды. Хей, круто. Круто, что я могу тебе еще сказать по этому поводу. Это просто, ребята, какой-то бальзам на душу. Прикинь. Во. Еще на 3 звезды. Я, оказывается, его и не мог раньше пройти. Четенько, четенько, друзья мои. Прям я очень рад. И потом, по-моему, мы еще получим сейчас сундук за этап. Это же последний был, да, уровень? Или я путаю? Сейчас посмотрим. А ну-ка. Покажите, пожалуйста, мне. Да, друзья мои. Мы с вами еще получаем сундук за этот этап. Островной. 7600. Так, 10 самоцветов. Пэтчи 5. Громовой драго 2. Огненный шар 10. Эпик шлем. Второй эпик шлем на мамонта. Ребята. Благодать-то какая. Это сколько у него хп сейчас будет? Еще плюс 2500. Ну, 15 к атаке, это, конечно, фан. Следующее обновление стоит 30 тысяч, ребята. Если мы будем его повышать на 6 уровень. 30 штук. Ну, это классно. Это 20-ку стоит, ребята. Слушай, но мы закрыли с тобой еще один этап. Ой, а дальше-то что? Вот у нас осталось 2 этапа, ребята. Последний и предпоследний. Тут надо нам пройти на 3 звезды. Все. У нас больше там нет точно ничего сзади. Все, прошли остальное. Да, друзья мои, все остальное у нас тут пройдено. Блин. Сейчас будем тут пыхтеть с тобой. Сейчас будем тут с тобой пыхтеть. Такс. Даже не знаю. Даже не знаю, ребят. А, ну Хэнк у нас прокачан. Может быть, за счет Хэнка как-то сможем здесь немножечко разбодяжить нашу грусть. Так, помогай, родной. Помог тоже мне. Вот смотри, в чем, ребят, проблема. Эти лукари, они просто... Какая-то достача. Ну, кто-нибудь мне хочет тут прийти помочь-то?
Ой-ой-ой-ой-ой. А у нас нет электрических, да? Ну, этот парень-то мне вряд ли, конечно, сейчас поможет. Ну, так себе. С легонсушки, так скажем. Причпокал его. Давай, может, мы вдвоем с тобой справимся с ним. Хлопчик готов. Такс, далее что? Что у нас идет далее? Окей, норма. Слушай, можно будет попробовать, наверное, и мамонта призывать. Или кого, или лучше Драго. Давай вначале позову мамонта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо их, ребят, вот так вот глушить, пока есть такая возможность. Теперь вызовем Драго. Так, Драго сейчас разбежится, естественно, бомбанет тут все. А где он? Он-то на месте. Как плохо, друзья мои, играть без электрических. Если бы вы только знали. Да тут и помимо электрических хватает говнарей. Вот, вот, друзья мои, я вам об этом говорил, что не получается уничтожить по времени. Именно из-за времени я не успеваю здесь пройти. Я не знаю, в чем проблема. Вроде бы все, идем хорошо, все нормально, но видишь, нам, мы на одну звезду. Ну вот не успеваю, и все. Ты хоть тут тресни пополам. Никак я не могу успеть. И буквально не хватило минутки. Как мы можем... Ну, как мы... У нас очень много времени идет на начальном этапе. Очень много времени отнимается именно на первых боях. Потому что мне никто не помогает. Мне одному приходится очень долго возюкаться с этими рыцарями. Если бы, конечно, бы у нас был бы Блин, ребят, в события попробовал поиграть. Вот в эти вот. Это пипец. Это пипец. Ну давай просто вот посмотрим, ребят. Вы сейчас увидите, тут такой трэш. Я в шоке. Если честно, я в шоке. Я даже не знаю, как тут и что тут лучше взять, применить. Вот серьезно говорю, я не знаю, ребят. Я даже огонь взял здесь потратить. Ты посмотри, вот идет первое охламье. Там идет второе, ребята, охламье. Ты видишь, да? Урона они не очень много получают от моих атак. Как бы вот в этом большущая огромная проблема, друзья мои. Ну ты посмотри. Ты просто полюбуйся, что они делают. Они вызывают дирижабль, они вызывают бомжиху. И это все вот. Ну как здесь, вот как здесь, друзья мои, можно. Я вот лично ума не приложу. Вот серьезно тебе говорю, я, например, ума не приложу, как здесь можно, ребят, выигрывать. Как? Каким образом? Я ничего не успел сделать. Два варвара плюс бомжиха, плюс этот... Тут прям, ну, не знаю. Или как-то тут надо правильно выставлять армию. Да как, кто мне там поможет? Мне никто не поможет. Ладно, давай попробуем еще разок пройти этот этап. Черт бы его побрал. Если бы этот был бы у меня прокачан бы, хотя бы
Еще на один уровень. Но 20 тысяч монет он стоит, друзья мои. Вот, вот первые вот эти вот поединки. Вот, вот с этими двумя бомжами. Очень долго я тут сюсюкаюсь. А по-другому никак, ты понимаешь? Ну никак здесь по-другому мне не успеть. Просто никак. Видишь? Что я там могу сделать? Он сейчас подойдет к яйцу и начнет его лупить. Мне приходится, ребята, отходить назад и, соответственно, здесь с ним драться. Я тебе скажу, что... Вот, вот с ним. Очень долго мы с ним возюкаемся. Очень долго, друзья мои. Ну и, соответственно, дальше тоже идет... такое себе удовольствие. Вызывать вот этого и вот этого сразу же в помощь. Я фиг его знает. Ну как вот с ними тут еще бороться? Как вот с ним бороться? Видишь, он опять бежит. Он опять бежит. Даже если мы с тобой это ставим. Очень долго. Очень долго, ребят. Плюс сейчас, по-моему, бомжи. Вот, здесь вот тоже, ребят. Ну смотри, ну сколько я эту калитку бомблю. Опять же. Ладно, пускай он с этим разбирается. Я пока сюда пойду, ребят. Три рыцаря. Ладно, рыцари мы... рыцари мы размажем, конечно. Я думаю, вы увидели, что у меня, ребята, самоцветы все потрачены. Потому что я усилял своих... динозавриков, друзья. Как мог. Но тут мамонт нужен. Вот, смотрите, ребята, уже звезда в минус. Уже звезда в минус. Ну о чем? О чем тут можно говорить? Ну господи. Как? Каким образом? Каким ты тут образом, ну, хочешь просто вот, чтобы я тут играл? Ну вот объясни мне, пожалуйста, ну как? Никак. Вторая звезда. Еще хуже даже, ребята, чем в первый раз сыграл. Давай так, по чесночку скажем. Ну вот не знаю я, видишь. Очень мало времени дается. Это я говорю, я должен в самых-самых-самых первых поединках проходить просто быстро очень. Вот как только первые вот эти вот идут, варвары, я их сразу должен, ребята, как-то расфигачить. Только в этом случае мы с тобой можем успеть пройти. А так как очень много времени я трачу на разборку, мне кажется, мне надо персонажа своего прокачивать. Ну он очень дорого стоит в обслуживании, ребят. Очень дорого мне он обходится. 1000 монет. И денег дают мало. Понимаешь? И денег дают мало. Может быть, этот попробовать на 3. Хотя бы на 2 звезды пройти, чтобы получить один сундучок. Видишь, какой у меня персонаж? Мне кажется, персонаж у меня слабый, ребят. Просто он сам по себе слабый. Ну вот, твою же налево, блин. Ну, здоровски. Вы сейчас издеваетесь. Вот, они просто, ребята, издеваются сейчас.
Дай-ка попробую так сделать. Он, когда вот в обычной этой шмотке, он не такой сильный. Ну, когда он без брони, я имею в виду, он лопушок, так сказать. Ну куда этот-то чувырл полетел, блин, а? Так, огонь. Огонек. Этих моих бедных всех поуничтожали. Ну, тут нам надо, наверное, копить вот на этого парня. Вероятнее всего. Ну, я просто... Ну... Сейчас рыцарь кинет, да? Сам... Ну... Пипец, короче, ребят. И там еще один рыцарь, насколько я помню. Вот тебе и весь расклад. До копеечки. Я не успел, друзья мои. Он 95 стоит, у меня 70, мне в любом случае не хватит. Что бы я тут не предполагал, не делал. Вот эта бомжиха все портит мне. Все портит, ребят, всю жизнь, блин, портит мне. Да успокойся ты. Запинали, ну неужели? Так, я попробую, ребят, сейчас сломать вот эту вот фигню. Что вы с ним так долго тютюкаете? Помогайте мне тут сломать лучше. Вот, и теперь, друзья, теперь попытаемся призвать... вот этого братка. Ну, конечно. Я не успел. Да как так-то? Твою ж, блин, маковку. А, его сейчас там распетрушат, ребята. Я его выпустил, его сейчас там уничтожат. Он один не справится, он там что, там попляшет, его бомбой снесут, да и все. Его уже нету, как вы видите. Его уже тут нету, как будто и не было вовсе. Вот он начинает опять прыгать. Этого он прогнал, а этот... А этот не поддается, ребята, никакому бегству. И одна бомба, и ему хана. Ну как вот так вот сделать, что вот этот рыцарь, блин, ну просто, ребята, ну... Да охренение мощный. Ну да охренение мощный он, понимаешь? На 2 звезды, конечно, ты тут пройдешь на 2 звезды. На 3 звезды я вообще, ребята, молчу в тряпочку.
про 3 звезды. Какие-то могут быть 3 звезды. А? Скажи-ка мне, пожалуйста, на милость. Какие... Да. Вот такие, друзья мои, пироги. Вот такие пироги с котятами, блин. Как-то вот надо успевать его призвать, чтобы он, ребята, делал вот то, что делает. То, что у него хорошо получается. Пугать. Но ты видел, что он не пугает здоровяка, он не пугает здорового этого, который идет, крупняк-то этот. Он его не пугает. Поэтому с ним как-то надо своими силами справиться. А как ты будешь с ним своими силами, ну, справляться? Как? И я, например, не знаю, как это сделать. Да, этот очень какой-то сложноватый. А что у нас тут? А тут еще не легче. Так, насколько я помню, здесь копейщик будет, ребят. Бедный мой Пэтчи упал. Офигенно. Но это не урон, ребят. Это шлак. Это шлак, ребят. В прямом смысле слова. То, что мы с тобой пытаемся бомбануть, это полная фигня. Ай-яй-яй-яй-яй, даже не успел ничего сделать. Даже не успел бежать. Я хотел, пытался, но у меня не вышло ничего. Нормальный расклад? Вот и я думаю, что это ненормально. Просто ненормально. Идиотский урон получает. О-хо-хо-хо-хо. Красавица наша в кавычках, ребят. Да успокойся ты там, а. На свою голову еще и вызвали рыцаря. Да ну нафиг, да вы что делаете?
Я слышу, как они погибают. Как погибают мои динозаврики. Этот плач ты не забудешь никогда. Может, как-то Тирекса позвать? Как-то время, очень много времени отнимается у нас все, на все это. Не было, блин, печали, а? Ядрен, матрен. Да-да-да, ты правильно понял. Там явилась эта кикимора, блин. Вот опять звезда, ребята, отнялась. Вот опять тебе пример. Эх, господи, ну как? Как тут пройти? Невозможно. Либо надо персонажа своего прокачивать, либо... Но опять же, чтобы прокачивать моих динозавров, нам нужны деньги. Деньги нам с неба не падают. Электрические здесь особо не помогают. Да пипец! Я только подбегаю. Готов. Готов. Только отлетаю. Только шнурки, как говорится. Это тоже, ребята, не поможет нам здесь. Даже не думать, что Тирекс тут. Если бы он был бы прокачан, может быть, да, какой-то был бы от него профит. Но не сейчас. Сейчас это абсолютно бесполезный кусок, мягко скажем, Г. Видишь, пришел, явился, блин, царь. Пупок, блин. Вот и вот тебе пример, как он бомбит, ребят. Бомбит он паршиво. От слова совсем паршиво. Хотя мамонт, ребята, у нас прокачан, не забывайте. На... Сколько? Две звезды, по-моему, да? Ну, вот и смотри, у нас уже отняли звезды, фиг знает когда. Я только дошел до телепорта. Так что... Такая вот беда. Неудачно. Неудачно для меня все тут складывается, конечно. А вот тут что? Тут что? А, если здесь дается этот парень, значит, здесь очень много будет летающих, да? Он уже летит. Ту-ту-ту-ту-ту, этот дебил. Как его назвать-то, даже не знаю. Ну, с бомбами, ребят. Он просто с бомбами. Ну куда ты сейчас еще будешь, блин, моего пацана тут обижать? Ну посмотри, как он долго его бьет, а? Ой-ой-ой-ой, упал. Засранец мелкий. Так, ну разобью эти ворота. Что мне дадут? Сколько? Ага.
Так, мне надо, чтобы они все вместе в кучку встали здесь. Да куда ж ты бьешь-то? Ну твою-то налево, ну. Я даже не успел. Я даже не успел, ребят, отбежать, заюзать хилку. Только отдупляются мои там пацаны. Вот это дирижабль, ну раздражает он. Ну просто, он мешает. Не мешает, ребят, он. Серьезно, ты серьезно сейчас? Хаспа, ты не справишься один, к сожалению. К сожалению, блин. Там что, кого побили-то, я не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я вызову этого. Сейчас посмотрим, блядь, насколько он бомбанет ему. Ну вот это вот что? Вот это вот... Как это можно назвать, ребят? Это полный бред. Ну что это за... Они просто взяли и вырубили. Причем так легко, блин. Без какого-то напряга. Они уже здесь, они уже на моей территории, друзья. Естественно, это сейчас начнет бомбы свои кидать, накидывать. А там еще дирижабль прилетел, друзья. Прикинь? Ну ты же понимаешь, что такое дирижабль, блин. Побежал. Зачем ты, Рэй, подбежал туда? Зачем ты? Вот объясни мне непутевому. Зачем ты туда побежала? Ну зачем я это стал делать? Так надо было, друзья мои, вот сейчас так надо было сделать. Готов, дирижаблик. Я пока на разведку, ребят, гляну, что там у нас впереди. Тут либо мамонта, либо драга вызывать. Судя по тому, что у нас тут поджидает. Может быть, и правильно сделали. Я не увижу, что там произойдет. Я не увижу, потому что я подбил, блин. Подбил какой-то хмырь. Я даже не вижу, друзья. Я слышу, что кто-то погибает. И очень много там. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж там творится-то? А творится тут жесть. Они всех просто размотали. Они просто, ребята, всех размотали. А выкидывать, наверное, этих, да?
О, да, она выкидывает своих рыцарей чертовых. Какой-то дебильный рыцарь просто взял и подбил всех. И просто я из-за того, что не могу с этой бомжихой справиться. Что ей на все плевать. Чихать она на все хотела. Понимаешь? Ну ты посмотри, сколько мы наносим ей урона. О чем вообще тут можно говорить? Ну, о чем, ребят? Вот только за счет драга, ребят, за счет драга там чуть-чуть мы как-то наказали ее. А вот и портал. Ну. Да. Ну, проволтузился я, конечно, очень долго, ребят. На две звезды у нас он уже был пройден, так что мне от этого ни холодно, ни жарко, от этого результата, что мы сейчас с тобой получили. В общем, вам делать выводы, ребят. Я уже для себя выводы сделал, что тут без прокачки вообще никак. И никуда. И ничего не сделаешь. Причем, по большей степени, прокачка зависит именно от моего главного персонажа, от дракончика. Будет он прокачанный, но извини меня, ты посмотри. Так, кстати, я хотел тут кое-что приобрести, по-моему. Вот, я хотел взять шлем. Может быть, он будет получше бомбить. И вот это тогда возьмем. Будем копить потихоньку. За кадром играть, копить. Ну, если можно, не за кадром. Там напишите, как лучше. За кадром, не за кадром. Кентра. Где это наш Кентра? Оборудуем. Ну, 21 к атаке плюс 76 хп. Ну, такое себе, ребят. Второго уровня эпический шлем. Так, у Диметра первого уровня шлем. У Хаспа первого уровня. У Драга. Вот Драга, если бы у него был бы шлем эпический, был бы, наверное, посолиднее. Ну, ты понимаешь, что такое эпический шлем и что такое легендарный? Сколько легендарка дает? В плюсе. Ну, легендарный шлем у нас только у одного. Это у Тирекса. Ну, Тирекс очень редко где выпадает, в каких уровнях. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться, будем пыхтеть дальше, пытаться проходить эти уровни. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.